Парни, здорово. Как всегда, с вами Намко. Не знаю, получится поиграть или нет, потому что что-то все вылетают. Так, звук вроде нормально. Что-то с доткой последнее время. Так. Бля, я никак не привыкну это. Как убрать? А, вот. Так. Почему я не могу покупать на правой кнопке мыши? Блять, что это за хуйня? Против акса стоять очень-очень-очень тяжело будет. Блять, почему они сделали эту херню? Давайте смотрим новые. Новое обновление в дотке. Новый персонаж. Сразу скажу, как я до этого снимал видос. Мне не понравились обновления, и особо по этому поводу не буду я опять повторяться, рассказывать что как почему, ну так, чтобы в деталях, да. Но в общем и целом опять же скажу, что все уродски непонятно и не, как это сказать, не интерактивно, или как это говорить, короче, неудобно, неудобно, реально неудобно. Ну, постоим, потерпим, ничего страшного. Чё, чудище? Чудище. Блин. Так, это что такое? Удары героя? Ага, понял. Вот поймите логику школьника, блядь. Как понять логику школьника? Он стоит на снайпере. Он не фармит ни единого крипа. Абсолютно. Не фармит вообще. Вообще ноль, ноль. Но при этом будет все равно стоять. Долгий каст. Будет все равно стоять, сука, и харасить меня. Ну ты, блядь, вообще, ну, у тебя денег ноль, ноль, блядь, ну ноль, ну вообще, ты, блядь, по игре, ну все, все. Все, блядь. Сука, топор ему надо покупать. У него нет, нету атаки, хотя 73 урона. Вот, этот школьник, блядь, я не знаю. Ну все, Акс стоит на линии. Тебе вообще здесь ничего не светит. Ни о каком фарме вообще не может идти речь. Нет, все равно будет стоять. Не пойдет никуда, блядь, никуда. Ни лес там, не знаю. Хоть какой-то фарм, чтобы вытащить. Да, нет, 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 что. Какие леса, блядь. А что, какие сапоги ему покупают? Что там рекламируют, хотел сказать. Да, правильно я купил. Горят эти надо. Акс, кстати, ушел. Смотрите. Вот дурочка-то, да? Я не знаю, что он не убежал. Очень странный. Так. Способность теперь качать
Мышкой надо нажимать. Мышкой на плюсики нажимать надо. Блять, такая хуйня, ребят. Кстати, по поводу КС-ки, да, я хотел начать записывать КС-ку. Я уже как бы намерился на это, да? Нацелился, намерился. Бля, я не знаю, как его качать правильно. Но этот прыжок... Так, что он добавляет? Дэмэдж. А, дэмэдж добавляет, слушайте. Наверное... Четвертую херню. Вначале особо-то не надо качать, как мне кажется. Не знаю, я не играл на этом герое и даже не смотрел вообще, как на нем правильно играют. Не знаю, ну неинтересно. Я считаю, это не особо сильный герой. Хотя я играл против него. Как бы видел, да, насколько он силен или слаб. Чего? Чего? Как эта хуйня меня... У него автоатака еще стоит, понимаете? Блять, как убрать? А, во. Вот. Как убрать эту уродливую хуйню? Когда против вас играет Такс? Ну, я имею в виду в этом режиме, конечно. Стоит просто съебать с линии и пойти фармить, забить вообще. Не то, что там товара не ломают, еще что-то. Просто идешь фармишь. Кстати, сейчас лесников не будет, я недавно играл. А, по поводу КС-ки, я не договорил. Хотел снимать КС-ку, но как бы уже все... Задумал, все уже решил. А КС-ки-то у меня нету, ребят, оказывается. Вот такая вот херня. Почему я сейчас снимаю доту? Ну, в принципе, доту есть. Зачем снять сейчас? Не понял. Обновление, там вся фигня вот эта. Ну, понял. Лакса Тараска, парень, как... Нормально? Блять, такой персонаж дебильный. Он просто, он даже меня ни разу не ударил, он просто подошел, пораскрутнулся и все. Я говорю, когда против Акса играете, вообще даже не думайте драться, просто идите фармите, потому что в лейте все равно вы его убьете. Ну, смотря на каком, конечно, персонаже. Ну, даже в лите на этом ебаном Максе можно убивать вообще легко любых. Просто прыгаешь, включаешь возвратку, у тебя три тараски. Как бы, тут без вариантов, ты любого лита убиваешь. Ни вардов, ничего, ничего. Так. Что я хотел купить, ребят? Что-то хотел... Прикупить? Бля, зачем он за мной бегает всю игру? Я не понимаю просто это. Thank you.
Я его бью, парни. Как могу. Как могу, ребят. Нихера себе она длинная у него. Я думал, она не такая длинная. Я таким, знаете, бесполезным занятием занимаюсь. Просто, блядь. Сука, еще и не попал. Ебаный твой рот. Тавер видит меня, ё-моё. С дерева можно ТП делать. Так, у нас 10 тысяч рублей. 10... А, знаете, что я хотел купить? Я хотел купить вот эту херня, которая ударяет два раза. Но так как здесь... Ага, вот она. Вот эту. Так, подождите. Еще раз. Вот она. Она не показывается просто. Я не знаю, работает она или нет. Сейчас проверим. А. Я купил их две. Отлично. Потерял деньги. Как мне нравится Дота, ребят. Так вот, по поводу кэски. Ребят, снимать пока ее не буду. У меня ее нету. И купить пока ее не могу. У меня реально даже на кэску, сколько она стоит, рублей 500, у меня нет этих денег в интернете. И как бы... Пока кэски не будет, если, конечно, у кого-то есть возможность мне ее подогнать, ну, вы понимаете, да? Я оставлю ВК в описании под видео, напишите мне, там пообщаемся. Есть! Это... Когда тебя скидывают с ветки... Оглушение бесконечное, запомните, ребят. Я вообще для чего снимаю видос на этом герой? Как бы я не претендую на то, что там я лучший, как это вообще герой называется, лучшая обезьяна, блядь, в этом мире. И как бы я вообще не понимаю, как на нем надо правильно играть. Я понимаю, конечно, что можно и лучше сыграть и так далее, но мне это не интересно. И вообще я считаю, что персонаж не особо сильный, как бы, ну, короче говоря, это шлак, этот шлак, блять, сколько у нас денег-то, а? Охуеть. Я ничего не делаю, смотрите, сколько денег, смотри, как они капают, ебать. Тут Акс, у него дохуя тарасок. Не знаю, ребят, такса я не осилю, он просто будет крутиться бесконечно. И как бы... Так, 20 скорости атаки, к броне. Давайте к броне, наверное, возьмем. Смотрите, я отхилюсь. Есть, нахуй! Не, ну слушайте, парни. Я свои слова обратно не возьму. Я по-прежнему считаю, что персонаж... так. Не особо сильный, как бы, ну, не считаю его вообще нормальным таким типом, который может выносить всех и вся. Ну, а сейчас увидели, да, как я заколотил. Просто палкой забил. Но у него возвратка не было. Была бы возвратка, он бы меня убил. Поэтому-то я и пошел у него. Я увидел у него тараски, но, думаю, скрутил их. С одних вряд ли он меня сможет осилить. Как бы получилось так, что, да, в принципе, смог его. Так, осилить. Теперь мы покупаем вот такую шнягу. Сейчас за рецептом. Так, еще
тут. Кстати, по поводу хила. Я не совсем понял, с какой способностью он вообще хилится. Замедление, максимальный урон, оглушение, множитель крита. А, вот. Дополнительный... сейчас прочитаем. Просто ради интереса я прочитаю вообще, что это, как это вообще работает. Ну, денег просто немерено что-то дается. Так, как работает наша способность? Удары героя побуждают мощь Цингубана. Что, блядь? Цзингубана. Каждая четвертая атака по вражескому герою дарует 4 усиления атаки с дополнительным уроном и вампиризм. Каждая четвертая... Так, каждая четвертая атака. Это получается, каждую четвертую атаку мы получаем 80% хила. Поняли, да? Это неплохо. Вот сейчас снайпера, смотрите как. Цингубана. Просто. Рез. Ну, снайпера не получилось, но... Копай, копай! Ты ж... Шляпошник. Бабах! Да почему я убить-то не могу? Почему? Что у него там в закупе, ребят? Откуда ж такой урон сумасшедший? Возвратка. Он меня убьет. С возвраточкой он меня просто покарает. Так, у нас есть пустой слот. Пустой слот. И здесь я бы, конечно, взял... Но МКБ надо. Но надо и хил. Я не знаю даже, что лучше. Где он? МКБшечку взять. А, у меня еще щиток. А, у меня еще щиток. А почему эта херня? Вот. Она не работает. Она не работает, ребят. То, что я купил вот это вот двойные удары, они не работают. Ну вот, МКБшка нужна как... я не знаю. Как ни крути. Вперед! МКБшечку надо, надо брать. Надо взять МКБшечку, потом... Бей его, бей. Я, мне кажется, его не осилю. Не-не-не. Что-то я здесь один. Чего, блядь? Сколько я горел? Увидели, как он меня сжег? Блядь, это что-то вообще дурное. Надо продать медасик. Продадим медасик. И деньги сразу же не так стали быстро течь. Не, давайте обратно его купим. Непорядок. Слушайте. А чё... Во-в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 о
надо какой-то
Владимирович купить. Иначе очень-очень сложно. Не осилен. Но эти педики убежали просто. Так бы можно было попробовать. Куда он делся? Куда же он делся? Охренеть, ребят, с Минасом видите, как деньги бегут? Кстати, видео сегодня выйдет, если еще не пофикс. Здесь постоянно такие плюшки бывают в этом режиме. Dota Imba. Заходите, быстрее играйте. Просто поганой палкой забил его. Не знаю, ребят, как со звуком будет нормально. Нет, что-то у меня в ушах так громко звук играет. Герой прикольный. Я уже, да, вначале говорил, что за дерьмо. Не, на самом деле, ребят, скажу так. Если он против меня здесь будет играть, я знаю, как его убивать. И это будет легко, поверьте мне. Просто я почему и говорю, что он, ну, он не сильный. Но сказать, что он прям плохой такой вообще говно... Ну нет, в принципе, играть им можно, он прикольный, как бы, но он не сильный. Вот, закончим, подытожим, так скажем. Им играть можно, но даже я первый раз играю на нем, как бы, видите, да, в принципе, ничего сложного. Постоянно этой палкой мажу, постоянно. Он меня сжег на пол лица, понял? Жестяк какой-то. Просто, он меня просто уничтожил, ребят. Феникс просто выжигает. Сейчас сапоги поменяем. Так, а это что такое? А, этот герой еще может изменять на F, да? А, вот F. Дерево, дерево и пошло такое. Кстати, я забыл про эту фишку. Прикольная. Оп, кура полетел. Раз такой, раз. Ветка. Ну, это забавно, не, это прикольно, это весело, да. Я не спорю, веселый герой. Но как бы я сомневаюсь, что в профессиональной доте он будет очень востребован, как бы сомнительно. Так, что приобрести? Ну вообще по-нормальному Владимир надо доделать. Владимир. А, сапоги же я хотел, точно. Забыл. Так. Вот. Вот. Блин, надо будет сегодня в Dota Imba поиграть побольше. То я последнее время, ну вообще, в Dota очень резко играю. А тут видите, какая приколюха появилась. Медасик купил, все, игру выиграл сразу же. Деньги просто рекой текут. Так. И нам остается приобрести
Владимир, честно говоря, можно выкидывать уже. Ну, пусть будет. И Тараску. Тараску. Тараска нужна на самом деле, но я хочу Скади. Не знаю почему. Вообще Тараска надо по-нормальному здесь. Потому что этот Феникс, он просто выжигает. Конкретно. Все. Оглушение. Оно бесконечное, по-моему. Блять, что за бред? Что это за бред? Еще минус этого персонажа в том, как вы уже могли заметить, что его видно, когда он перемещается по деревьям, его очень хорошо видно. Его прям надо быть слепым, чтобы не заметить. Поэтому как бы берешь топорик, съедаешь кустик, он получает оглушение. Так, 4 секунды. 4 секунды оглушения, ребят, это смерть, это сразу смерть. Даже на любом этапе игры. В начале, в конце. Смерть 100%. Как бы берешь, рассказываю секрет, берешь бестмастера. Поняли, да? Качаешь птичку. И погнали. Блять, надо было Тараску брать что-то. Скади я зачем купил? Я не знаю, вот эти вот духи в ульте мои, они вроде как... блять. Они же сильнее становятся от того, какие предметы у меня в инвентаре или нет. Насколько я понял, сильнее. Хотя могу ошибаться. Поэтому как бы я и брал Скади, чтобы эти духи замедляли, чтобы из круга было тяжелее выйти. Но возможно так не работает, я не знаю, ребят. Но мне кажется, работает почему-то. Блин, в натуре пойду Тараску покупать, ребят. Что-то хил нужен очень. Без него просто как-то сложно. И вместо Владимира или... Да, вместо Владимира возьму. Просто в жир закуплюсь. В жирок. Тарасович. Почему предмет ложится в какую-то хуйню? И он теперь не активен, блядь. Что это за залупа? Я не знаю, ребят, ну... Какая-то залупа в натуре. Ранец. Вранец. Ранец. И меня видно было сейчас. Понимаете? В чем прикол? Мне кажется, или нет, не заметили. Блять, я его убить не могу. Пиздец, просто. У него-то по сути особо-то нет ничего. Но убить не могу. Чё, блядь, с Фениксом? Баг какой-то. Чё он такой жирный, нереально.
Или он, когда луч пускает, тоже хилится. Я не понимаю, как это работает у него. Я не играл здесь никогда за него. Ой. 6000 хп. А у Пуджика 6400, а у меня 6600. Так, а с этой я получил 100% можешь крита Bandless Strike. Это с первой. Понятненько. Шкура, ты думаешь, что? У меня на тебя управ не найдется. И замутать тебя никак. Противника. Так, а вторая ветка дает 20 скорости атаки. Че так прыгнул. 275 здоровья, 40 урону и 25% сопротивления магии. Ну, это в определенных ситуациях, в принципе, может помочь, когда слишком много маг прокаста, но я все равно считаю, что лучше собрать БКБ в таком случае. Все, ребятки, вот такая вот игра получилась. Опять же, повторюсь по поводу КС-ки. Если есть у кого-то возможность мне подкинуть КС-ку, напишите мне в ВК. Обсудим этот вопрос. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был Намко. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все такое вы поняли. Всем пока.